И еще о международных контактах. В Хиросиме обсудили ядерное оружие, уничтожение глобального терроризма, сотрудничество России и Японии. В форуме приняли участие 60 человек, из них половина – наши соотечественники от 18 до 35 лет. В их числе и курянка Елизавета Громова. Своими впечатлениями девушка поделилась с Ольгой Ереминой. Студентка физмата Светлана Громова попала в число счастливчиков. В стране восходящего солнца девушка обсуждала вопросы ядерной безопасности. Символично, что форум проходил в Хиросиме, городе, так сильно пострадавшем от смертельного оружия. 15 представителей обоих государств единогласно решили, от него нужно отказаться. Ядерный арсенал, несмотря на то, как независимо от того, какой стране он принадлежит, он несет в себе большую угрозу для человечества, для флоры и фауны нашей планеты. И даже если мы его не используем, а просто храним, то все равно наносится какой-то вред окружающей экосистеме. Дискуссии, презентации проектов, форум был насыщен до предела. Говорили о ядерном разоружении, терроризме, развитии дальнейших российско-японских отношений и волонтерстве. Смогли насладиться и красотой восточной страны. Мы отправились также на остров Миядзима с экскурсией. Впечатлений масса на самом деле, потому что здесь уже идут и какие-то культурные, традиционные японские аспекты. Мы посетили синдоистский храм, мы наслаждались великолепными видами, мы плыли на теплоходе. Японцы обещали нанести ответный визит. Они станут волонтерами на международном фестивале молодежи и студенчества, который пройдет в Сочи уже в следующем году. Ольга Еремина, Антон Судженко, телеканал «Семь».